Ну, что сегодня можешь сказать по игре? Ну, хорошая игра была, хороший соперник был. Команда очень, уже видно, что подготовлена, скомплектована, соперника у нас. Еще не полностью, как бы, но потихонечку складывается уже комплект именно на сезон. Хорошая игра была именно в плане информативности, видно, для тренера. Он сам смотрел, понимал, как, что, как действовал соперник, как мы именно, ну, на соперника более-менее, как бы, не то, что не настраивались, а не интересен был счет, а интереснее было, как мы сыграем больше с ними. В команде уже освоился, Даш? Ну да, да, много же знакомых и до этого знал. Играли до этого против друг друга, где-то вместе с кем-то. Да. Готов поконкурировать с нашим главным бородачом Дмитрием Жданком? Будешь также бороду растить? Соседом своим. Да, ты же сосед твой, да? Да. Да нет, чего конкурировать. Для каждого в сезоне найдется время сыграть, я думаю. Свою готовую сейчас оценишь, на какой процент? Ну, еще не полностью, но я думаю, что процентов 70, я думаю, что готов, но еще вот месяц этот закрепить, результат, то, что до этого тренировались. Я думаю, что к сезону буду полностью уже готов. А ты знаешь главную претензию нашего главного тренера? Паша Рассолько, нет? Говорит, Паша, нужно больше сбрасывать вес. Как получается? Нет, уже давно все уже сделал. Все уже сделал. Это просто сезон, это отпуск. Чуть-чуть повлиял. Ну, спасибо большое. Спасибо вам большое. И ждем гола. Да, я постараюсь. Самому же хочется забить.